Премьер Александр Мартынов призвал приднестровских россиян прийти на выборы депутатов Госдумы. Российские парламентарии, по словам главы правительства, помогают решать важные для Приднестровья вопросы в Москве. Депутаты Государственной Думы, в том числе и те, кто представляют интересы приднестровцев, принимают самое активное участие в таких встречах. Помогают нам более активно, более продуктивно доводить нашу позицию по очень широкому спектру вопросов, включая и вопросы поддержки соотечественников, граждан Российской Федерации, всех приднестровцев, которые проживают в нашей республике. Уважаемые приднестровцы, я призываю вас в ближайшее воскресенье обязательно прийти на выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и проголосовать за дальнейшее укрепление наших связей с Российской Федерацией. Продолжение российских гуманитарных проектов в Приднестровье и миротворческой операции на Днестре, укрепление связи с Россией требуют от приднестровцев активной гражданской позиции и участия в электоральных процессах России, сказал Александр Мартынов.